Но пока спортсмены сражаются за победу в Рио, кот Феликс участвует в благотворительном забеге. Обитатель железнодорожной станции уже приступил к прохождению дистанции в 5 километров, преодолеть которую он должен до Рождества. Пушистый легкоатлет успел собрать 2500 евро на помощь больным детям. Ребята уже получили игрушки и конструкторы, а также скульптуру кота Феликса из Лего. Перемещение мурлыкающего бегуна фиксируют датчики GPS, закрепленные на ошейнике. Они отчитывают, сколько мягких шагов пройдено. Черно-белый красавец – один из самых знаменитых котов планеты. Он прославился образом Гарфилда, а также мемом «Сердитый кот». На его странице в Фейсбуке больше 80 тысяч подписчиков. Фанаты со всех уголков мира верят, что усатый спортсмен пробежит дистанцию. Однако немного волнуются, не слишком ли часто забег сменяется лежанием на скамейке и чисткой шерстки. Но мы вместе поддерживаем бегуна и надеемся, что все будет замурчательно.